Всем приветики, с вами Милис, и мы продолжаем играть. Я принес вашу медаль. Спасибо, ты не представляешь, что они для меня значат. Значит, что кто-то из нас сражался. Значит, что я сражался. Ты-то, наверное, слишком молод, чтобы помнить. Мы крепко держались. Тогда, в 42-м, мы отбросили их назад, в море. Они вернулись в 43-м, и в этот раз все было иначе. Не хочу показаться назолью, но как насчет карты, чтобы перейти через мост? Точно, конечно, извини. Уж прости, старика, что ударился в воспоминания. Удачи тебе. Теперь у меня есть ключ-карта, я могу запустить ворота с помощью аккумулятора. Думаю, я готов перейти на ту сторону. Думаю... Сейф. В этом доме есть что-то ценное, нужно быть здесь. Давайте отопрем. Тмычка, гвоздодёж, шипы. Да. Не сказать, что прям очень что-то ценное. Но вот здесь я вижу наши воспоминания. Отойди, пожалуйста. Так. Ложь. Виски. Ложь. Подбираем. Я соврал сегодня ради тебя. Это ты зря, Перси, ты не умеешь врать. Сегодня соврал очень ловко. И кому ты соврал? Миссис Бойл. Здесь была миссис Бойл? Лицо у нее было все красное, а голос как у мамы, когда она сердится. Я подумал, ты спросишь, почему она сердилась. И почему она сердилась? Я решил, что она сердилась, но я решил, что она сердилась, потому что видела тебя на дереве у окна Салли Бойл вчера вечером. Ох, проклятие, что именно ты сказал? Я сказала, что это я был на дереве. Ох, Перси, плохо дело. Нет, Артур, это было гениально. Почему это? Она не станет меня ругать, потому что я отстала. Тебе не обязательно было это делать. Она сказала, что я так больше не делал. Я обещал. Я не буду больше. Спасибо. Я люблю тебя, Артур. Я тоже тебя люблю. Вот такие у нас воспоминания. Но теперь нам надо возвращаться. Здесь больше ничего для нас нету. И мы уходим. Здравствуйте. Над головами у неигровых персонажей отображаются индикаторы статуса. Заполнение белого контура показывает уровень осведомленности о вас. Чем больше заполнен контур, тем больше персонаж осведомлен о вашем присутствии. Заполнение красного контура отражает уровень подозрительности. Он заполняется, если вы совершаете подозрительные или раздражающие поступки. Когда контур заполнится, он станет враждебным. Начался бой. Дальше уровень здоровья неигровых персонажей обозначается в виде заполненного треугольника. Внимание, вероятность таких действий, таких как кража или проникновение в чужую собственность, мгновенно вызывает агрессию. Здравствуйте! Добро пожаловать в сады, чтобы они провалились. Ха, спасибо. Только время теряешь. Здравствуйте, как у вас дела? У вас все хорошо, правда ведь? Походь, давайте поговорим. Ну что, не делится, не длится, ничто, да? Что? Мы такого не ожидали. Разве тебе не пора в кровать? Да, спасибо, я уже иду в кроватку. Продолжаем, давайте поговорим со всеми. Вы всю ночь спали? Если возможно, не ввязывайся в драку. Оттолкни их и беги со всех ног. Окей. Мне вот туда? Мне вот куда? Вот тут куда? А, и там верстак. А, там был верстак, и он ничего, по сути, не делает. Так, а это у нас чужой дом. Если мы туда войдем, появится агрессия. Поэтому мы не будем этого делать. Мы не хотим бед, неприятностей. Лопата! Отлично, у нас есть... Ты ничего не видел. Ты ничего не видел, если что. Упс, немного упали. Но ничего. Теперь нам нужно... Куда нам нужно? Вот эти цветы. Где клад? Давайте поставим. Вот. А чё ты ругаешься? А чё ты ругаешься-то, а? Давай, копай.
Отлично. Тонкая крикетная бита, дротики, британский характер. Все отлично. Теперь нам надо туда. Туда мы не пойдем, сюда. Бежим, бежим. Мы можем отсюда смыться, наконец-таки. Так, пусто, пусто, пусто. Давай. И это сюда. Отлично. Все, я хочу идти отсюда. Можно? Черт, турникет, если я пройду через него, не приняв холостин, меня атакует шакахруст. Лучше всего бежать со всех ног. Ай, привет, привет. Беги! Бог ты мой! Беги, просто беги! One bridge down. Один мост позади на очереди станции. Все. Все отлично. Все. Все прошло отлично. This is where we hang them, isn't it? I broke into the police station. Tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired. So we hanged them to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. No. Если вы не понимаете, чем именно разозлили окружающих, проверьте экран статуса. Просто нажмите «Тап» и выберите. Так, какие чудесные воспоминания нас ждут. По крайней мере, оттуда я выйду на пути и смогу выбраться из этого проклятого города. Теперь осталось найти станцию, скорее всего, и замечу ее издалека. Так, «Тап». Сердечко. И что значит нож у нас? Защита, скорость движения, радости нет, потеря памяти, здоровья. Нам пора бы поспать. Ничего не понятно, но давайте продолжать идти. Так, чужак в чужой стране. Мне это не нравится. Там кто-то стоит впереди. Меня это пугает. А, это охранник. Охранник местности. Тогда мы его обойдем. А нет, мы же можем его это чуть-чуть тихо. Ладно. Я думала, мы его просто нейтрализуем, если честно. Ай, твою ж налево, ты чё такой мощный, а? Я сейчас достану свою биту для крикета. Блин. Кажется, это был провал. Может, останемся при своем? Да, я вот тоже думаю. Что-то тебе вообще, чувак, поплохело. Единичечка F. It works. I feel loads better. Percy was never wrong about a thing like that. Так, все. Чувак, мы теперь все делаем тихо. Надо, наверное, вот так к нему подкрадываться, чтобы не получить по попе. Как мы только что сделали. Вот, давай нейтрализуем. Look, it's not you, it's me. Дело не в тебе, дело во мне. Давайте вот, вот тут выкинем. Его не должны в кустах увидеть. А где он, кстати? Вот, его надо еще... А, нет, не пей, обыскать. Так, ветка. А, отлично, мы... Блин. Там что-то есть. Я иногда думаю, я узнал бы его сейчас. Ему было бы 31 год, а он у меня узнал бы? А захотел бы?
Так, пришлось перезагрузиться, и сохранение появилось в другой точке. А вот он, комендант, ходит. Не будем его беспокоить, он же сюда не пойдет. Да, не пойдет. И здесь у нас есть самолет затопленный, и тут я вижу наши воспоминания. Мы не так далеко от нашей цели, вот она. То есть нас чуть-чуть назад, видимо, кинуло, мы просто это пропустили место. Так, а нам сюда можно наступать? Да, нам сюда можно. Дяди Генри, подобрать. Когда вернется дядя Генри? Не знаю. Но мы сдались. Да, слушай, папа не хочет об этом говорить. Может, его призвали на службу. А они могут это сделать? А кто им помешает? Я тебя не слышу. Немцы могут делать, что бы желают, пока кто-нибудь их не остановит. Русские, например. Так, почему тогда, когда он... Так, когда он вернется? Я не знаю, Перси, не знаю. Я не знаю, немцы ничего не объясняют. Они просто отдают приказы. Почему? Потому что... Не знаю, почему. Я немного беспокоюсь, что он мог пойти в добровольцы. Не понимаю. Наверное, это к лучшему. Так... Все, здесь больше, думаю, ничего интересного нету. Хотя вот тут что-то горит. О, и тут. Давайте сюда. О, здание. Заклинило. Но мы-то знаем, что просто так она не заклинила. Мы все равно туда попадем. Оттуда издаются звуки. Вот, там что-то есть. Что красное? Свечи? А чего здесь так просаживается FPS? Вы чего? Квоздодер? Угу, так ладно, давайте разобьем ящик. Изолента. Да, давайте залезем. Странно, почему из картины тут провода? Почему эта книжная полка выглядит так, словно здесь не место? По-моему, это какая-то потайная дверь. Продолжаем. Оу, 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 сколько тут всего! Боже мой! Противогаз. Теперь у нас есть противогаз. Это уже радует. Но не радует то, что идет сильная просадка FPS. От чего? Как будто остановить пластинку. Вот под этим полом. Ну вот пока посидим, подумаем. Подождать, да. Мы хотим спать. Отмена. Просто еще одна очередная огромная локация, она прогружается. И нам надо вообще домой. Нам нужно на базу. Верстак, поселение, люк. А я потом смогу сюда переместиться? Вот, вот оно, здесь где-то убежище. Стоп, где? Где убежище? Я должна найти это убежище, потому что иначе придется далеко. Потом идти. Угу. Скримоты же нету никакой. Так, сесть. Вот, отлично. Открыть заклинило. Да, в смысле, заклинило. Как вас могло заклинить? Так, хорошо, там можно было нажать на картину. Нам срочно нужно поспать. Думаю, мне нужно электричество, только где его взять? Я не представляю, где можно взять электричество в лесу. Да, побей, конечно. Оно тебе поможет еще как. Так, за вот этой дверью, походу... Вот, там что-то есть. Ой.
Отпереть. Открыть. Так, ладно, там мы пройти не можем. Попробуем обойти. Может, здесь что-то есть. Давай, 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 давай. Давай, 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 ты сможешь. Молодец. Теперь заводим. И нам нужно поспать. Надеюсь, это наше убежище. Медицинский спирт, детали, комод, шкафчик. Шкафчик, шкафчик, шкафчик. Сесть. Использовать переключатель, использовать. Покрутить. Ага, готов поспорить, отсюда энергия подается к той двери. Конечно! Так. Что? Что? Что, простите? Я не понимаю. Ага. Ага. Отлично. Пожалуйста. О! Е-е-е, это получилось, получилось. Мы смогли это открыть. Да, все, а вот и убежище. А вот и убежище. Все. На этом, наверное, уже и закончим. Всем спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки, за комментарии. Так что делитесь этим видосиком, подписывайтесь. И всем пока-пока.